Всегда хотели заработать на ставках или просто зарабатывать, но не получается? Дайте возможность нам зарабатывать за вас. Перейдя по ссылке в описании, вы сможете вложить деньги в наших специалистов и получить прибыль уже через 24 часа. Вам ничего не надо делать, все сделают за вас наши аналитики. Даже со 100 рублей. Чем больше срок, тем больше прибыль, вплоть до 300%. Ссылка в описании. Привет, Вадик. Владик, как у тебя дела? На видели, похоже. Да, надо поменять, мне этот фильм так больше нравится. Ну? Чё, я твоя мать? Охуеть. Как охуенно. А есть что-нибудь покруче? У меня тоже выходной сегодня, Владик. Блять, какие-то фильтры тупые, что так долго-то? Да, блядь, я пытаюсь зайку поставить, не получается. Хуй знает почему. Так. Короче, очки получаются так. Сразу. Вот так. Салам алейкум. Во! Нормальные очки. Тигр. Тигр не у меня, я же не тигр, я не стал набивать себе тигра. Тигра набил тигр. Тот, кто тигр, у батьки у меня зуб белый. Так, где зарядка? Где моя зарядка? Ты мне звонил. Ёб твою мать. Тут ты летел, однако паришь. Мой последний поезд Париж. Последний поезд Париж. Последний поезд Париж. Так, рюмка водки на столечке. Короче, полный пиздец, когда ищешь свою долбанную зарядку, блин. Сейчас, короче, наверное, сорвется все. Или успею? Может, успею. Последний поезд Париж. Последний поезд Париж. Чё? Кто набил тигра? Кто тигр, тот и набил тигра. Самый тигр русского рэпа набил тигра. Прям самец. Самец. Самец себе набил тигра. Самый настоящий самец. Оксфордский самец. Оксфордский тигр. Оксфордский тигр. Знаете такую породу? Очень редкая. На самом деле очень-очень редкая порода тигров. Оксфордский тигр. А, вот она, блядь. Вот она. Вот она. Ёб твою мать, сука. Блядь. Чё? Заряжается, нет? Итого. Представьте себе,
Оксфордский тигр. Это же пиздец. Так, короче, давайте. Кайфую. Нельзя сделать зайчика, что за нахуй. Во! Вот. Привет. Эх. Сука. Охуенно. Что-то с глазами еще дело, да? Да, что там еще есть? Нет, хуйня какая-то. Почему я такое хочу? Вот. Во! Во! Это мое. Вот это мое. А почему это? Почему, блядь, нет вот на глаза? Вот. Нет, ну не то. Нет, хуйня. Какой нахуй митинг, че ебанули, что ли? Все, что чувак. Ладно, самый лучший все-таки вот этот. В какой бы город я приехал на ПМЖ? Блин, на ПМЖ. Я ж там и живу. Блядь, ну маски точно интереснее, чем ваши тупые вопросы. Не надо мне сейчас ныть за концерты, фиаско. Я не организатор, я артист. Артист не организовывает концерты своих, делает организатор. Я могу либо приехать, либо не приехать, и это зависит от организации. Кайфую. Сегодня.